Год театра дал старт культурному марафону в республике. Начиная с января, все районы подготовили календарь особо важных событий, связанных со знаменательными датами, известными именами. В Ядринском районе год театра открыли 28 января. Дата не случайная. Это день рождения Тани Юн, первой чувашской актрисы. Последние штрихи в декорациях, репетиции роли перед выходом на сцену. На открытие года приехали коллективы со всего Ядринского района. Театр здесь любят, ценят и понимают. Театр, как говорится, заполняет нашу жизнь, во-первых. Сели жить тоже ведь, как сказать. Где-то надо участвовать и в театре, и в художественной самодеятельности участвовать. Это дополнение нашей жизни. И хочется, конечно, порадовать людям, людей. Обычно Наталья Яковлева прячется за ширмой, озвучивая кукольные роли. В этот раз лиса говорит ее голосом в спектакле «Медведь и лиса». И лиса пошла к медведю. Тук-тук-тук. Кто там? Соседи. Отказала я напрасно. Замуж выйти я согласна. Актеры Асламасского народного театра любят ставить кукольные спектакли, причем на двух языках. У них есть единомышленники и в других селах. Я думаю, что театр нужен, чтоб имя Тани Юн сохранилось, чтоб молодое поколение вот это от нас, им чтобы осталось вот это, они тоже, чтоб полюбили театр, на сцене выступать. А вдруг у кого-то есть талант, кто-то станет великим актером. На малой родине помнят и чтят Таню Юн. Кроме театральной сцены, ей покорился кинематограф. Ее называют первой чувашской киноактрисой. Она снялась в фильмах своего мужа, режиссера Иоакима Максима Кошкинского. В день ее рождения здесь показали фильм о талантливом кинорежиссере, чьей музой была Таня. К примеру, фильма мы решили привести именно в Ядринском районе, потому что здесь родилась Таня Юн, первая чувашская киноактриса. Они вместе с Максимом Кошкинским очень много сделали для развития театра и для развития кино в Чувашской республике. Первые творческие шаги Таня Юн сделала в школьном драмтеатре в селе Балдаево, а в свою родную деревню Чербай последний раз она приезжала в 1974 году. Жители нашей деревни, деревни Чербай, запомнили ее очень доброй, добродушной, приветливой женщиной. Она себя держала с жителями деревни, когда приезжала, очень просто. Историки кино и театра считают, что именно Таня Юн сумела раскрыть своеобразие характера местных жительниц. В год театра в Ядринском районе строят большие планы. Мы планируем проведение межрегионального фестиваля имени народного артиста СССР Николая Дмитриевича Мордвинова. Это будет фестиваль с приглашением коллективов соседних районов и регионов. В гастрольный тур по республике отправятся актеры Асламасского народного театра, а в гости ждут коллективы государственных театров Чувашии. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.